Сегодня в рубрике «Мобильный репортер» мы покажем видеокадры с отчетного концерта досугового центра «Юность». Впервые он проходил в отреставрированном Доме культуры поселка Петровское. Долгие годы гарнизонный дом офицеров был в запустении, но после капитального ремонта в нем снова бурлит жизнь и выступают местные звездочки. Творческий отчет – одно из ярких событий городского поселения «Горки Ленинские». Взволнованы преподаватели и родители, а дети, наоборот, сосредоточены и ответственны. Да и не беда, если закружился, да и упал в танце. Зал очень приветлив. Зрители с восторгом принимают каждый концертный номер, отбивают ритм в такт музыки и подпевают, услышав знакомые мелодии. На одной сцене выступают как воспитанники досугового центра, так и их наставники. В этой творческой семье занимают почетное место члены хорового коллектива поселения. «От всей души» – это не только название хора, но и характеристика исполнения любой песни из репертуара коллектива. Но сегодня все старались показать самые лучшие свои номера. От этого концерт получился ярким и очень эмоциональным. Всего 4 месяца, как существует этот дом, и уже вы показали такие потрясающие результаты. У меня столько эмоций, даже голос дрожит. Руководство центра «Юность» приглашает всех, кто хотел бы раскрыть свой талант. Двери нового Дома культуры всегда гостеприимно распахнуты для творческих людей.